16 апреля. У нас все еще видим лед. Да. Наш любимый фокус с стеклом. Так, давайте с этой стороны буду снимать, чтобы машина потом не нападла. Да. Тут, видите, машинка у нас такая припорошенная хорошим льдом. Вот. И это, да, как мы помним, китайский трюк. Вот, то есть теперь на самом деле чистить стекла. То есть не нужно их колупать. Хотя для этих целей у меня вот такой вот скребочек есть, да? Ну и мы просто берем, открываем окно и выбиваем наружу. Вот такое вот оно веселье. На голове, конечно, шутки. Так, ладно, давайте покажем себя. У нас все в порядке. Жизнь прекрасна. Понедельник, утро. Красота. Ну, это так, чтобы было понятно, о чем мы говорим. То есть толщина этого льда порядка, ну, вот так вот они играют. Скидку миллиметров 5. То есть это реально такое стекло-стекло. Да? А это вот наш Walmart. То есть место, где продается, покупается пища, домашняя утварь и вся остальная необходимая утварь. Да, в общем-то, да. Anyway, I had to laugh. I can see in her eyes.